Раз, два, три. Есть. Каждый день я вижу дежавю, параллельно режу тормоза. Я не знаю, куда я бегу. Forest Gump. Каждый день я вижу дежавю. Параллельно режу тормоза. Я не знаю, куда я бегу. Forest Gump. Мне уже нравится. Выкинут руки, пусть они поищут кого-то другого. Длинные деньги запутались, значит так намертво. Мне не нужен скейтборд, чтобы войти в нее снова. Детка, я предохраняюсь, только от живого. Надо мной звезды, это салон Роллса. Отправляю маме телеграм войс. Меняю спорт карика, будто бы Форза. Сердце стучит, будто азбука Морзе. Вертолет во дворе, эй-эй-эй. Дом размером с отель, эй-эй-эй. Это было в Москве, эй-эй-эй. А теперь любое, эй-эй-эй. Каждый день я вижу дежавю. Параллельно режу тормоза. Я не знаю, куда я бегу. Forest Gump. Каждый день я вижу дежавю. Я не знаю, куда я бегу. Forest Gump. Цвет салата больше не такой свежий. Как в общак бить мою одежду. Цвет салата больше не такой свежий. Да, можем быть вместе, но уже не как прежде. Вертолет во дворе, эй-эй-эй. Дом размером с отель, эй-эй-эй. Это было в Москве, эй-эй-эй. А теперь любое, эй-эй-эй. Каждый день я вижу дежавю. Параллельно режу тормоза. Я не знаю, куда я бегу. Forest Gump. Каждый день я вижу дежавю. Ну вот как-то так тебе, Лжечик, зашел. Мне, так, секунду. Мне, во всяком случае, в целом мне понравилось. Ну, получше, чем предыдущий трек, который мы слушали, где 10 фломастеров из 10, я скажу. Ну, блин, во-первых, бит Дилловский, это вообще все сразу отдельная любовь. Они, правда, все, на мой взгляд, прям просто однотипные. Не буду говорить, типа, кто... Не-не-не-не, эти биты сами по себе. Я просто, ну, не буду выделять, наверное, кто лучший вообще на таких битах. Ну, кто мне вот именно в ру-рэпе, типа, мне прям жестко нравится, кто как ебашит под них. Скажу, конечно, Сидоджи. Вот. Вот, так... Вот опять, это та самая ситуация, ты видела? Ты когда открывала конструкцию текста, там было написано куплет чисто одним квадратом. Состоящий из квадрата, потом бридж, потом куплет. Все, вот оно. Это фишечка. Я прям балдею с нее. Типа, я не могу уже. Ну, пора с этим свыкнуться. То, что мы никогда куплетов не увидим. Каких-то таких прям серьезных. Короче. А не у него ли вот в том числе вот такая фишка и просматривается? Потому что, мне кажется, в каких-то треках я зачастую у него встречала вот этот повтор, типа. Просто... Ну, знаешь, я не могу тебе ничего сказать по поводу LGA, потому что, ну... Да, блин, я... Да я на пальцах не сосчитаю, наверное, треков, которые я от него именно слышал. Наверное, все треки это вот с Федуком один и с Моргеном, которые были у него на фитах, все. Это все, что от LGA я знаю. Мне больше нравится, знаешь, пацаны, ну вот у меня знакомые, которые... Ну вот именно пацаны такие, знаешь, по понятиям живут. Они все такие, вот... LJ, вот раньше он был классный, типа, вот он делал музыку пацанскую, что-то вот такое. И когда он, типа,
выпустил уже Вальтер Эго ЛДЖ, ну, что-то в подобном стиле. Ну, у кого-то там олдскулы свело, конечно. Ну, мне, по-моему, не очень сильно зашло, если честно. Mm-hmm. Вот. Ну, максимум по звучанию было прикольно. Здесь, ну, наверное, 6 фломастеров из 6. 6 из 6, даже. Не знаю. Ой, из 10, из 10. А, окей, понятно. Ну, как ты видишь, аудио у него чисто просто записано что-то. Может, тоже там, не знаю, чья-то отрыжка. Наверное, да. Настя Ивлеевой, наверное. Ну, мне просто интересно, ради было сколько прослушиваний? То есть, вот эта новинка вышла, 20 тысяч прослушиваний. То есть, ну, как бы... Mm-hmm. Не знаю, это вот... мало для него? Я, видишь, я вот в эти прослушивания, я уже перестаю верить. Mm-hmm. То есть, ты как бы, если так вот осознаешь, да, ну, это же артиста уже, ну, такого прям уровня масштабного для Рашки. То есть у него огромная аудитория, судя по всему. И вот когда я вижу вот эти вот прослушивания по 20 тысяч, я понимаю, что это на самом деле такая шляпа. Mm-hmm. Ну, наверняка просто на каких-то других источниках весь остальной стриминг набирается. Вот. Ну, да, может, не знаю. Сказать. Может быть, падает все-таки